давай. Серега, осторожно. А куда он едет? Куда он едет? Как тут скользко, ужасно. Ты тут не ехал, Валера? Будешь сейчас ехать, да? Давай, тогда я вовремя пришел, я понял. Да, да, все, ты не ехал. Тебе кажется, что-то меня. Нет, давай. Не, едет, едет нормально. Уверенно. Уверенно. А, там вон что происходит. Ты видел, сбрасывает как? Да ходом пройдешь, может, или нет? Или уже было ходом? Сегодня? Да. Не, ну контент четкий ты сделал. Спасибо, друг, поддержал канал. И Бубика, и ты. А, Бубик же в этой же яме. А Вадим еще перед вами. Нет, Бубик не в этой, да? Следующий, следующий. Там Денива лежала. Денива лежала в той яме. А Вадим перед вонкой каже, Валерина, это любима яма. Ну, думаю, ямы той нема, ну, нашла. Вроде яма не та уже, да? Да. Ну ты смог. Ты, кстати, также одним колесом тем же зашел. Нет, на меня поворачивай, на меня поворачивай. Ого. Не, нормально. Диски хорошие какие вообще. Ковочка. Давай, давай, Серый, поработай. Ленивый встал, быстрее работай. Вот это все есть варианты. Блин, у Серого, понял, у меня зум на камере, а у него же зума нет на экшене. У него зум ногами. Что ты говоришь? Да, кажу, это я Лене кажу. Если мы тут если вы надо, чтобы яму упало. Так слышишь, можно ж там пройти или там хуже, чтобы яму не попадать. Смотри. А не, ну тут лайт какой-то дальше, или нет? Ух, елки, красиво как. Ёх, а ну и бабай, куда-то. Что, ванну вешку держишь? Слышишь, мне кажется, Рома все сказал, что он о нем думает, елки. Как они после такого вообще? А он правильно поехал, да? Сколько зрителей, вообще какой кайф. Сколько зрителей, да. Четкий контент. Брателло, ну самое интересное. Там нормально, там пацаны. А какие там машины остались? Там Да, это кто? Это просто новички. Это любители, да. Самурайки такой. А какой самурай? С девочкой? Тут надо, чтобы это колесо было. Передом упадаю, да, передом падает. Я потихонечку подъеду. Чуть не заехал. Слышь, а зрителей сколько пришло, да? Ага, а где финиш? Раками поработать. Так а что, людям, чтобы посмотреть такое, надо в Малайзию ехать, а тут при Луках все на месте, можно подъехал и ты посмотрел. Помнишь, Вадик делал, когда точки замерзли, мы тогда страдали. Точки, точки. Когда? Точки, точки. Когда? Да, ну когда замерзло. Да? А второй день спецучастка. А что там Литва вообще думает, да? Не, хорошая. Не, чё? Ну ничего не пишет. А, будет, не будет, не знаю. Тишина полная. А в Польшу не едешь, нет? Не. Все, финиш, да? Ох, елки, серьезный тут. Серьезный пилот. РФСИшная кровь у него в крови. Куда он едет сейчас? Сейчас будет экшен, наверное. Елки, так скользко, невозможно. Не, потихоньку.
потихоньку едет, бережет машину пока. Уже несколько часов после старта прошло, а он... Димон. Движение как мало. Ого, землей бросается. Ленту порвал я. Это я по счету уже третий или четвертый раз упал сегодня. Не, на лебедке решили. Так, все зрители повернулись на ту сторону. Тут хорошее место. Здесь видно. Здесь и там. Стена. А как вы туда залезли? Ёханы бабай. Где я вас видел, девушка? За Ниву, да? Димон, подвези наверх. Ого, ого, так тут классное место, нифига себе, Леня, вытащи меня, Леню нашел. Ты что, застрял? Да застрял, пониженная не включается, выбивает. Спасибо, да, как у Нивы. Мы сейчас тут поедем через одного. Ну давай, я буду вас ждать. У нас осталось три, вот это, вот там. А тот еще. Да, и тут. Да, я знаю. Я включу. И вот этот вот тяжелый спецучасток, тут вообще очень жестко. Да? Да, пока только котлеты проходили, хижак и шеф. А что, ты не пройдешь? Там вначале, ну, для меня очень трудно пока. Жду, пока раскатают. Ну, сейчас Валера вон будет ехать. Валера. Так, Димон лебедится. Так, Валера. На старте. Литровый поставят. Так, ну тут, конечно, местечко еще то. Ёлки-палки. Уже колесо в воздухе, уже заднее. Правее, правее, правее. Ну хорошо идет. Хорошо идет. Выхлопная видел, где? Серег. Да, да, да. Да ты шо, вот это красавчик. Просто красавчик. Там он место полета. Ты заметил, что Леня уже как Киршаков ходит, да? Чуть-чуть не хватило. Не, ну там... Больше хода, да? Ну, длинная машина. Может, пролетел бы, если... Больше хода. Так, дерево где-то вон там, аж где красная машина вдалеке. Проверяй, сколько лебедок. Лебедка видел, где у них? Сзади. Под якорем вот там. Ну, дотянулись до дерева. Сейчас подтянутся. Молодцы, чуть-чуть надо. Чуть-чуть надо было. Да, сейчас повернет, да? Быстро идет, да? Вообще молодец. Тут не потерял ничего. Чуть назад сдать полметра.
заблокировать левое, руль влево и пошел. Ого, как скользко. Руль влево давай. Да. Давай. Влево руль. Не бзди влево. Да, тут так рельеф. Особенно на белом непонятно, какие тут перекосы. Не бзди, поехали нормально! Лево руль, пошел! Да, там потерял, да, много времени вроде. Ну, с машины так не видно все. И вот выход. Лебедка, да? Давай, пошел, Лена, давай! Там дерево есть. Вообще красиво там, на что? Вот тут на повороте было. Долго. Руль надо влево, чтобы выворачивать. Дерево хорошее. То есть, когда вышло, то руль влево, только под рукой. А где желтый Land Rover? Чинят. Чинят, да? Леня низко зацепил, ошибка. Про. Выше зацепить надо было бы. Твой рот. Да? Конечно, оно же убирает. Теперь время теряет. Как бы морду поднимало вверх, а так оно вниз прожимает. Так про Land Rover и правда, что не очень надежно, да? Надежно, Land Rover нету. Не осталось почти, да? Влево руль пустился. Замат, ребят. Закрутиться надо сюда, пока лить вот как. На автомате. Конечно, ничего не любит. На желтом автомате? Финиш. Димон до сих пор здесь. Эвакуация, я понял. И вот еще спецучасток. Тойота. 70-я. С красивой белой крышей. Красиво выскочили. Все висели, да? Да, тут ну, тяжак, конечно же, проехал так ходом. Наверное, быстрее всех. Ребята жесткие, ну хорошие спецучастки, очень четкие. Тут Вова стоит. Что у них эвакуация или что? Вова, а чё вы тут? Не успели? Не успели, ого.
съехали. Ох, елки, тут, конечно, экшен может быть в любую секунду. Просто на краю. Вам должно быть видно. Молодцы. Хорошо машина чувствует вообще. Ох, сбрасываем. Сейчас подровняется, может. Все очень скользко. Да, сложно тут зайти будет уже. Так, пытается меня. Сбросить все равно. Блин, вообще красавчик. Просто. Палочка лежит и мешает. Идем Лена, сейчас будет на соседнем спецучастке. Елки-палки. Повис, но не почти. Чуть-чуть. Блин, красавцы. Крутанули рулем. Не получилось. Да, интересных много спецучастков. Шикарных. Там выход. Да, 70-ка. Красиво прошли. Да, не хватило времени. Риту тут раскорячились. Сбросила в сторону. Так. Вон интересное место. И машина повисла. Сейчас посмотрим. Нет. Копает Франц еще. Toyota Hammer. Штурман тут такой серьезный очень. Очень жестко шел. По этой скользкой тут для штурманов очень сложно. Упал. Даже такой аппарат не запрыгнул. Ухожу. Ого. Это кадры. Да-да-да, ну чё ж ты? Полностью ровное днище. Такое баги на базе Хаммера. Заднемоторная. V-образная шестерка. Атлета та же, вон она красная была в прошлом сезоне, позапрошлом. Ниже под рульки есть. Видите, как вписывается. Ох, и кадры.
Не повис, молодец. На финиш. Ну тут просто тупо каток. Тупо каток. Рома, привет. Ох, елки там. Ходить ногами сложно. Дети. Больше назад. Помочь тебе? Тоже берете спецучастки? Да. И что, получается? Да. Да, места идеальные. Видите, сдал назад и ходом запрыгнул. Так, и сейчас будет ехать Леня. Ну, Леню мы должны снять сегодня обязательно. Тем более такой спецучасток очень хорошего уровня. Вот старт, финиш. А, все, финиш. Франца. Молодцы. Готовится там Юля, разматывает лебедку. Пойду где-то стану, чтобы было хорошо все видно. Да, снег добавил стрима. Нереально просто. Ну, тут, наверное, будет видно лучше всего с этого бугра.